Менее 40 регионов с лучшими социально-экономическими показателями получат дополнительные деньги из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Регионам, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, представляются межбюджетные трансферты. В этом году количество поощряемых субъектов увеличено с 20 до 40. Установлено также, что размер межбюджетного трансферта определяется с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов региона. Всего между регионами будет распределено 20 миллиардов рублей. В тройке лидеров – Республика Саха, Республика Татарстан и Московская область. Тува занимает последнюю, 40-ю строчку в списке. Республике выделят 50 541 800 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 23 копейки, евро 69 рублей 80 копеек.